каждому свое, сказал кот, облизывая. Что облизывая? Смотрите, видите, мозговой штурм. Как сложить эту пятнашку так, чтобы потом пупок не развязался перекладывать? И вы знаете, даже иногда удается угадать, да? А иногда не удается. И приходится снизу, да, все это дело доставать. Смотрите-ка. Это значит, что я сидела, смотрела на меня на качели, да? Да. Как я это сначала по одному сложил, потом по другому, да? Да, я не исключаю, что сейчас будет еще третий вариант, как ты будешь складывать. Не, вроде нет. Нет? Сомневаюсь. Сейчас мы с другой стороны обойдем вас. Да, как этот пазл не крути, все равно надо будет что-нибудь доперекладывать, Саш. Не может быть с первого раза все нормально. Да нет, я вот сюда положу, которые на балки пойдут сначала. Потом балки на второй навес сразу сделаю. Потом стропила и уже обрешетка. Ты уверен? Нет. Я так и знала почему-то. Уже август месяц. Обычно мы материал покупали в конце зимы, в начале весны. Вот. Но в этом году мы были без денег, поэтому не купили. А надо навес строить из чего-то. Короче говоря, пришлось заказать на пилораме. Размер еще мне нужен был нестандартный, потому что между столбов у меня заборных оказалось 6-10. Вот. А в принципе можно на базе найти 6-10, так как материал запасом идет, там 6-20 обычно его пилят. То есть мне хватило, но выбрать вообще нечего. Просто нет материала и все. Поэтому, значит, у них взял 6,20, мне напилили из такого бревна, но с меня взяли за куб 9,500, а куб в среднем стоит в городе 8,700, 8,800. Но деваться некуда, как бы, вот, получается. Вот это огурец висит. У кого? Пока у меня. Вы видели? Леночка снять забыла, получился кабачок. Конца не удовлетворен материал, потому что много вот обзола, вот такого вот покажи, такого обзола много, и вон жук, видите, ой, вот видно, 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 или это не жук, что это? Мне кажется, что это не жук, Саш. Не, жучок, мне кажется, вот, ну есть, короче, немного, вот. Брус показать круглый? А я уже завалил. Вот такой. Ну его с торца видно. Вот это вот дюймовка вот такого качества. Но я за это все как бы скидон с них не выпросил. Востребовал. Востребовал, да, они сделали. Потому что, вот смотрите, два бруса я заказывал. Не надо. Вот. Ну вот что ты делаешь, а? Ну, показать. Вот это 100 на 200 брус, да, 6-метровка заказывал. Вот такой вот сделали. Я говорю, а что я с этим буду делать? Ты, говорю, полукруглым брусом-то. Хорошо, что мне нужно 4,50 где-то, максимум 5, ну где-то вот так обрезаться будет. Вот. Но платил-то я за 6 метров. Вот. И, короче говоря, в общем, тоже скидку сделали. Сказали, можем откинуть, если не нравится, можем убрать. Я говорю, ну я рассчитывал, говорю, на этот брус, говорю, как убрать-то. Ну, короче, в общем, схема такая. Лежит возле пилорамы классное дерево, бревна. В диаметре, наверное, 80 сантиметров. Вот. Уже сухие такие, ну, думаю, вообще офигенно. Вот. Но пилит из других. Пилит из тех, которые привозят с другого склада. А там и это самое, я не знаю, и с жуком, короче, и синее, и всякое. Вот. Это еще в этот раз более-менее меня отгрузили. Первый раз я покупал на бройлерный навес. Там вообще такое привезли. Просто капец. Вот. Но... Не хотел к ним обращаться, но пришлось. В городе вообще нет пиломатериала никакого. Такие дрова лежат, которые весной не забрали. Кривые, косые, в общем, не пойми что. Лучше, чем в первый раз привезли, потому что я предупредил, что это мозги буду делать, если что. Вот. Но все равно, как бы свою линию они протащили. То есть 10% такого, ну, сомнительного качества впендюрили. Вот. Значит, отдал за все это 22 тысячи. Должен был отдать 23 700. Но вот за то, что как бы косяки, которые я увидел, показал, мне в общей сложности... Вот, видишь, смотри.
мне в общей сложности скинули, получается, сколько? 1700. Вот. И 2000 доставка. Вот, доставка. Доставка получилась 24 тысячи. Знаем, поэтому мы торопимся. Так, друзья, как я размечаю место запила? Смотрите, приношу сюда, ну, во-первых, я считаю, что самый точный метод разметки – это разметка в данном случае по месту. Я приношу сюда доску неторцованную, без каких-либо вырезов. Вот, кладу ее, значит, на балку, вот здесь равняю край с этой балкой, выставляю по меткам, которые, значит, у меня показывают, где должна крепиться эта доска. Вот здесь и вот с той стороны также. Вот здесь. Нам сейчас прямолинейность этой доски не важна. Нам главное разметить вот эти вот места. Вот там меточка стоит. И вот здесь меточка стоит. Просто карандашом проводим, делаем метку. Все, сейчас эта доска у нас опять переносится на место нашей работы. Там делаем запилы, вот, и делаем торцевые резы с учетом нужных нам углов. Вот здесь как будет у меня сочленяться две доски, да, здесь еще будет продолжение стропилы, 3, там, 3,40, по-моему, доска. Смотрите, значит, здесь, сейчас я вам попробую показать. Здесь делаю полный пропил на ширину вот этой балки, 10 сантиметров. У меня, то есть она, получается, с этим пропилом ставится в нормальное рабочее положение. Далее я там уже, также на циркулярке, на торцовке, отрезаю сразу 5 сантиметров с углом 7 градусов, вот так. И у меня вот здесь остается 5 сантиметров места, куда я в торец стыкую следующее продолжение вот этой вот стропилы и потом связываю доской. Вот, и у меня получается на эту балку опираются две части стропила. Так, как это выглядит? Сейчас идем показать, чтобы видно было. Так. Ну вот, приблизительно вот так это будет выглядеть. Видите, да, какой материальчик? Одна доска на 5 мм толще, а это уже. Ну, на это внимание не обращайте. Главное, что вот здесь вот, вот такое вот примыкание получается. И, в принципе, уже никуда эта балка не денется. Не балка, а стропила. Приходится, конечно, поделать лишнее телодвижение, побегать с доской туда-сюда. Но это, на мой взгляд, наиболее точная разметка, чтобы не облажаться, да, и чтобы зазор был минимален вот в этих местах сочленения.
Показываю, что получилось. Вернул доску на место. Вот эти стороны отторцованы. Та сторона тоже отторцована с учетом угла и расстояния под следующую часть стропилы. Вот. Но она будет прикручиваться. Сейчас я попробую. Вот так. Вот так вот она будет здесь прибиваться. Вот такое у нас примыкание. Давайте посмотрим, попали мы с вами вот здесь или нет. Да, вот, вот такое примыкание здесь. Вот такое примыкание здесь. Если я еще сюда вот поддернуть, то будет вообще Монтана. Вот, вот так это все здесь вот у нас получается. Видите, иногда возникает зазорчик вот в той части, потому что вот эта балка, она, короче, не идеально прямоугольной формы, а имеет вот здесь вот, короче, уклон определенный. Где-то на одном конце в одну сторону, на другом конце в другую сторону. Но это опять-таки вопрос качества материала, пиломатериала. Ну а если мы производим разметку по рулетке, то здесь накладывается погрешность самого измерения, погрешность переноса размеров на доску, провисание рулетки, короче, куча факторов. Поэтому у вас может получиться так, что в одном месте у вас плотненько все прилегает, а в другом зазор там 3 мм. Ну, это тоже не критично, но нужно стараться делать хорошо, плохо само получится, сами знаете. Вот, так что в этом методе есть минусы, это таскание, лишняя работа туда-сюда доски. Но зато точность в исполнении резов.
Друзья, вернулся из города, купил вот такую дюймовку, благо на одной базе была. Когда покупал, грузил, расстраивался от осознания того качества материала, который я применил вот туда, на тот навес. В общем, короче, досок мне не хватило дюймовки. Я не ожидал, что будет такой подвох там в середине. Ну, когда я перекладывал, я видел уже, да, в середине пачки, в общем, было где-то, наверное, порядка 15% доски непригодной. Не мог я полностью длину ее использовать на обрешетку. В общем, пришлось попилить часть, стыковать там, в общем, как-то выходить из положения. Плюс в утиль ушло досок 5, наверное, полностью. И, в общем, напилена она была с толщиной 22 мм. И, соответственно, тот шаг, на который я рассчитывал при монтаже обрешетки, вот на том большом навесе, в общем, он неприменим был. И пришлось мне сделать чаще шаг обрешетки, и поэтому досок ушло гораздо больше. И мне не хватило досок вот на тот навес. Поэтому докупили 12 штук, вот, 6-метровок. Я распилил на 4,50, вон остатки. Вот, мне хватит как раз такой вот длины. И сейчас будем монтировать вон туда. Показываю вам мою птичку-невеличку. Опять же, с риском для жизни, только что прошел дождь. Все дерево мокрое, что-то пилит там, а? Ты отойди сбоку, сейчас ветка будет падать. Я вообще хотела на крышу залезть. Не на новозделанную. Не говорит, что надо отойти, потому что ветка будет падать. А ты ничего, что под веткой стоишь? Ничего. Мы к вам с тылу зайдем. Ты достаешь вообще? С трудом. Как ты там вообще, бедный? А, Саша, Саша! Так было запланировано. Ёб твою мать! Тебе в плечо попало? Нет, конечно. Все нормально. Ни хрена себе у тебя планы. Я снизу подпилил, чтобы она сразу упала. Хочется, конечно, разнообразить контент, но чуть-чуть другой ценой. Не такой жесткой. Слушай, прикольно. Вот была бы у нас баня, Саша, мы бы веников сделали кучу. Закончили еще один навес. Теперь копим деньги на железо, покупаем и продолжаем наше строительство. На этом все. Всем пока.